Всем привет, друзья, на связи Грим Оптимист, мы сегодня с вами продолжаем рубить в батлу четвертую. И это, короче, тот же самый режим, который был в прошлом видосе. Я открыл себе винтовочку CS5, как вы уже поняли. Вот, и это винтовочка из дополнения Dragon Teeth. Открыть ее было легко достаточно. Вот, есть у нее одна проблема. Эта проблема называется дичайше медленная скорость полета снаряда. Кто по мне стреляет? Я не вижу никого. Да ё-моё, вообще не понял. А, ну крышу. Я, короче, наверное, сейчас глушитель с него сниму, потому что скорость и так 400 метров в секунду, с глушителем 300. Это просто как арбалет какой-то реально. Даже лук, наверное. Как-то не айс. Что-то мне как-то не очень понравился этот глушитель. Я, наверное, уберу его. Как-то совсем никак он. А вот ЛЦУ я оставлю. Хотя он палит, но... Зато с его помощью эта винтовка позволяет от бедра только в путь вообще навешивать. У нее... Успел. Кто там по мне стреляет? Вот, и короче, то есть данная винтовка чисто для боя на средних и ближних дистанциях. Это откуда вообще? Какого чё? Опять какой-то петух залез сюда с ружьем, а? Постоянно какая-нибудь сволочь заходит с автоматом, с пулеметом, начинает тут всех валить. И их, конечно, кикают, но вот такие вот... Такие вот ситуации они раздражают. Не, с этой штуки мне так не попасть, с ее скоростью полета снаряда, говорю, пули. Это не вывоз. Я потихоньку учусь играть в батлу. Конечно, пока, говорю, получается плохо, но... Уже лучше все равно, чем было. Карта мне незнакомая абсолютно это. Вообще не знаю эту карту. Да что такое-то, а? Сносят и все. Надо привыкать, говорю, эта винтовка. Я вот для себя решил выбрать две винтовки. То есть это вот... вот это вот CS5, наверное, оставлю на ближней дистанции. Потому что Scout Elite, она, конечно, крутая, но с ней вообще надо в башню стрелять. Я вот так не умею пока. И этот... SRR-61 оставлю на дальней дистанции. То есть две винтовки, я к ним буду привыкать потихоньку. Плохо, когда карту еще не знаешь, видите? Ой, мать, а. Куда-то прилетело опять, КЗ откуда? Попал. 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 То есть именно вот в плане, я кикскопом пока умею только на очень ближней дистанции херачить. Вот в плане какой-то быстрой стрельбы, конечно, CS5 она хорошо себя показывает, потому что очень быстро перезаряжается. Но она меня еще доставляет, как он ее перезаряжает, так прикольно это смотрится, так круто, скажем так. Тоже есть в этом определенный фан. Что-то я вообще, короче, никого убить не могу. Подлагивает это. Я вообще никого не вижу, откуда стреляют. А черт. Конечно, она ваншотит в упор, в отличие от Scout Elite, но только до расстояния до 12 метров. Ну или в голову. Вот, и учитывая, как я пока что как я играю, да, отвратительно, это довольно редко получается сделать. Честно говоря, с М40 у меня получалось лучше. Но она такая более универсальная, что ли. О, попал, кстати.
более универсальная. Это такая совсем под ближний бой заточенная. Ушел. Ушел. Дальний тормоз открыт. А, черт. Надо поставить. Наверное, поставлю. В принципе, насколько я понял, я, может, что-то неправильно понимаю, дульный тормоз, он на неавтоматическом оружии не несет никаких отрицательных сторон. То есть только на... Только он увеличивает разброс при стрельбе очередями. Я так понял, по крайней мере. Вот, поэтому давайте попробуем поставить. Почему бы и нет. А зато он уменьшает отдачу после выстрела и проще. Тем более с такой... С такой... С быстрой перезарядкой, я думаю, это будет не лишним. Я играю с прицелом X4, то есть, потому что с X8 это, ну, не знаю, это, по-моему, это не вариант, лично мое мнение, с этой винтовкой вообще играть. С X6, наверное, будет нормально, но у меня его пока нету. Вот черт. Я его успел убить? Да. Считается как убийство. От бедра. Вот в чем прикол, из этой штуки можно херачить реально от бедра. И причем это очень неплохо себя показывает. По крайней мере с ЛЦУ. Без ЛЦУ похуже, но тоже нормально. Да что такое, блин, я все пытаюсь перепрыгнуть и не получается. Ну блин, ну, бесит меня это, что ты убиваешь кого-то ножом, и в это время тебя кто-то срезает. Вот, играю, там кто-то спрашивал то, что играю ли я типа с кимпой на обычных картах, только на реализме. Потому что я пока слишком плохо играю с кимпой, чтобы мне играть на обычном режиме, потому что там уже два, ну вы поняли, короче, два выстрела, а на реализме играю. Иногда даже что-то получается, очень редко. Опять кто-то с автоматом, он бегает. Черт бы побрал их, а? Что, фриз какой-то был? Блин, я же нажал F, что такое? Почему не провел контратак? Собака, а? Нажал вроде F. Да, счет, конечно, жесть. Ну, тут, говорю, еще играет роль то, что карту я не знаю, это вообще. Кое-какие карты я уже более-менее хотя бы частично знаю. А эту я вообще не знаю, первый раз на ней играю. Вот, кстати, да, кто-то проспрашивал, можно ли, типа, со мной поиграть. Ну, пожалуйста, как бы, играйте, я не против. Да что так, сколько же вас тут? Играйте со мной, то есть мой ник вы можете прочитать, в принципе, да, он такой достаточно забавный. Вот, поэтому, кому надо, добавляйтесь, друзьяшки, играйте со мной, если хотите. Ну, просто, вы, Вориджи, не верите, что я зашел, можете со мной зайти в одну команду. Только, конечно, если будут какие-то friendly fire, неадекваты там и все прочее, то буду, конечно же, банить. А так, в принципе, без проблем. Нет, это не вариант. С этим чуваком. Попал. Должен был попасть сейчас. Попал. В голову. Попал. В голову не научился.
Блин, контратака меня убил, все-таки, сволочь. Ну вот с кемпой, вот как я говорю, на не на яоризме я играю в основном только вот, где он only bolt. Отлично, райфл. По кому вы там стреляете-то? Если кому интересно, как открыть эту винтовку, рекомендую открывать в этом режиме. Делается очень просто. Ну, естественно, у вас должно быть дополнение Dragon Tease. Вам нужно, чтобы 20 раз убили противника, которого вы засветили. Потом вам нужно, чтобы возродились на вашем, на вашей точке, которую вы создали. По-моему, 10 раз или 20, тоже точно не помню. Сразу же снесли вообще. Вот, и вам нужно получить две нашивки. Ну, две нашивки это вообще элементарно. И причем это не обязательно за один бой делать. То есть вы можете просто вот серию играть, да, из нескольких боев. То есть, ну, ничего сложного нет вообще, абсолютно. А вот чтобы получить Desert Eagle, там, конечно, нужно позаморачиваться. Я уже посмотрел, я даже не знаю, буду ли я пока это... Что-то маленько под это подглючивать, сервак. Я не уверен, что я буду вообще этим заниматься в ближайшее время, по крайней мере. Помощь подавления, да уж. Какого черта ты сделал контратаку? Я же вроде сбоку к тебе подошел, типа. В общем, винтовочка такая забавная, но как бы не самая лучшая. В голову. Еще в голову. То есть иногда у меня неплохо получается с нее понакидывать, но это бывает, конечно же, не всегда. То есть тут надо под кемпу надо руки набивать, но вот именно класс, как этот, агрессивный снайпер, мне больше всего нравился всегда вот в играх. Как-то он крутой такой, ну, сам... Блять, самый фановый такой. Пожалуй. Вот, если будете играть в этом вот, ну, на картах, где only этот bolt rifle, то, пожалуйста, не ставьте прицелы высокой кратности. Тут как бы выше, чем... Ну, X8 даже задница уже не очень. X6, X4 это можно вообще без прицела. Ну, с коллиматором там играть. Или со скошенной мушкой. Ну, я говорю, или если играть с прицелом, допустим, на X8, то у вас должна быть скошенная мушка обязательно, иначе без нее будет вообще печаль. Чё ты стал-то? Ушел. Конечно, если вы научитесь херачить в башню на любых дистанциях, то в этом случае вам будет, наверное, с кемпой и в обычных режимах удобно играть, но... А что такое, а? Да блин, я же нажал контратаку, почему он не срабатывает? А я не понять не могу, я же нажимаю. Черт. Снайпера, к востоку от вас. Мы, кстати, выигрываем пока что. Но я, конечно, ужасно играю в этом бою. Ну что поделать. Зато весело. Естественно, мои видосы по батле, как гайды, ни в коем случае нельзя воспринимать, если я говорю, я сам еще ни хера не умею. Это чисто так. Да блин, а. Да что такое, ты будешь не попадать-то? Пипец, я что-то вообще мажу жестко.
Такой вот бой получился. В принципе, ничего. Посмотрим, что нам дали. Очков мало. Тут я уже все открыл. Тормоз дали. Нашивочки. Понятно, в общем. Я вот думаю, можно, конечно, со скаут элит побегать, но она, по-моему, вообще не ваншотит ни херня. Сейчас попробуем, наверное, ради интереса. Хотя я хотел открыть все, что есть в этой винтовке сначала. Вот скаут элит, она на реализме, она вообще нагибает, парни, по полной программе. То есть там дамага хватает, чтобы ваншотить. Ну, по крайней мере, на ближних дистанциях. Вообще четкая винтовка. Но на обычных серваках с ней играть это надо супер скилл, то есть там только в голову влепить. Потому что она даже с двух патронов обычно не убивает, если вдалеке противник. Завор 311. Прикольная карта, мне она такая красивая очень, мне нравится, как она выглядит. Ну, играется, в принципе, тоже нормально. Многие, кстати, спрашивали, жду ли я Battlefield Hardline. Ну, раньше не ждал, сейчас, наверное, жду. Посмотрим, как бы, что получится. Я, честно говоря, не совсем понимаю еще, что будет из этой игры. Ну, наверное, я ее куплю. Насчет премиумов там и всего прочего, это надо посмотреть. Говорю, вот потому что батла 4, но... Вот если бы там были все дополнения крутые, я бы взял, естественно, премиум, но... Одно, говорю, дополнение старой карты, второе это битвы на воде, это мне вообще не интересно. Еще там какое-то говно, и что-то, ну вот этот China Rising еще можно подумать как-то, но... Я, короче, так посмотрел. Dragon Teeth, да, как бы, окей, но... Не знаю, может еще какое-то, ну будет еще одно дополнение, куплю и дополнение, какие проблемы, все равно премиум дороже стоит. Вот, но если на Hardline будут хорошие, допустим, все дополнения крутые, то куплю все, значит... проблемы. То есть я вообще жду, как бы, конечно, пятую батлу сейчас, чтобы там что-то новое прям сделали, чтобы карты были там разные, да, всякие там и закрытые, и открытые, и какие угодно. Долго, вот что, конечно, в батле хреново, то, что грузит долго очень, но я уже думал, что поставить на SSD-шник, но она весит 30 гигов, как бы у меня просто места столько на SSD нету. Черт, убежал. Ахаха, спел. Вот черт, а. Что, страшно, да? Черт, не успеваю. О, убили его, кстати. Поддергивает, конечно, ее периодически. Блять, как так? Друг друга убили. Успел он выстрелить. Видите, дают бонус за бояк возрождения. Я сейчас ставлю. Взрывчатка тут нафиг не нужна в этом режиме. Окей, толку с нее ноль. Да и всякими минами пользоваться нельзя. Поэтому, как бы, можно особо-то не заморачиваться. Нет, а какого черта ты с пистолетом опять очередной, сука, а? Чё за люди, а? Ну я не понимаю. Хах. Ну это не он, правда, написал, но... Сука, надоели уже, уроды. Считается как убийство. С автоматом, ну что за люди, а?
Поддержите огнем, я тебя поддержу сейчас. Вон тебе по башке. Скотина, а. Флажок. Сверху кто-то стреляет, что ли? В голову. Вот это было красиво. No scope, типа. Ну вот говорю, это тут винтовка плюс ЛЦУ, она позволяет такие вещи делать легко. Ха-ха, ой. Вот ты где, засранец. Блин, снес меня с одного выстрела. Чё-то я, видимо, подраненный был. Так. Он опять с автомата стреляет. Особо одаренные какие-то люди. Здание. В таких дуэлях я как бы, ну, иногда побеждаю, как бы, да? То есть на стрейфе все-таки, скажем так, из сервариума часть скилла здесь тоже работает, но, конечно, только часть. Причем довольно небольшая. Физика абсолютно другая. Особенно с кемпой вообще, мне так пришлось долго очень переучиваться. Если я сейчас снова сяду за сервариум с кемпой, я думаю, что я буду там насасывать вообще жестко. Тупо потом. Вот видите, то есть вот это такие вещи эта винтовка позволяет делать. Да блять, я же нажал, ну что такое, а? Что-то хреново как-то работает эта вот система. Почему-то мои всегда контратаки. Я успеваю нажать как бы F там, ну, есть на это время, просто не срабатывает почему-то. У нас вон там уже пол команды наверху сидит. Маячок поставить надо было. Свидос. Бронзовый набор. Что интересно в нем, в этом наборе? Посмотрим. Так. Тут счет еще более-менее, хотя, конечно, мало очень убиваю. Блин, это с нее сходу вообще нельзя стрелять. Ага. Так-то забавная винтовочка, но, говорю, надо руку под нее забивать, конечно. Или петляет так, конечно. Гранату бы ему туда закинуть, но нельзя.
Че, нельзя ломать этим-то? Да блин, а? Да что такое? Да блин, буду я не попадать-то. А, что-то я затупил вообще. Просто они респятся, сука, прямо тут же, блин. Я как-то забыл уже по кому чё. Печально. Шел. User left your channel. До свидания, в голову. Еще в голову или не в голову? Черт. Блин, не успел. Еще с GNG 90, блин. Короче, так. Неплохо. Ну вот я, в принципе, не так уж плохо играю даже, да, получается, по статистике. Не хуже других, скажем так. Мы только что нейтрализовали цель Альфа. Блядь, где он? Я вообще не вижу. Еще тут трое, блин, было. Мне как-то, знаете, уже и графика начинает даже нравиться в этой игре потихоньку. Мы только что взяли под контроль цель справа. Взорвали этот сраный беспилотник. О, баллистический прицел их 40. Но на этой винтовке он абсолютно бесполезен. Да и я думаю, что, наверное, и на GNG... Ой, СРР... этот, как 61 или как она называется, тоже для меня. Я как бы не люблю вот такой снайпинг, знаете, когда сидишь, там ждешь. Ну, во-первых, я не умею, наверное, поэтому не люблю. Я вообще ни по кого попасть не могу на таких дистанциях. Вот так вот можно, то есть просто от бедра херачить. И все получается. Ни одна винтовка. Ну, говорю, скаут элит, конечно, тоже хорошо позволяет так делать. Нам нужно на первое место выйти. И трасс, я еще ни разу не был, наверное, на первом месте. Что такое? Буду не попадать. Блин, я ж попал в него вроде. Ну, я тоже молодец, как бы на такой позиции был, с которой перестреливаться было очень глупо. То есть там особо не постреляешься. Тем более с моей точностью кривой. Стреляют вон. До свидания. Кто там стреляет-то? Внимание, цель права захвачена. Там кто-то есть, я его видел. Блин, ну я вообще ближний бою вообще не умею реально драться. По крайней мере, ножом я имею в виду. Да и так тоже. Почему, кстати, не ваншотнул я? Его должен был ваншотнуть. Да блин, а... Да ёпта, красоте, а. Чё ж вы такие меткие-то все? Чё, долго ещё нет осталось-то? Видос-то, наверное, затягивается. Так. Просрём, я чувствую, этот бой.
Да скушу я, конечно, жестко вообще. Да что такое-то, блин? Мажу, конечно, вообще жесть. Вот сука. Блин, друг друга опять убил. Окей. Да, там просто дохера наших. Страшно. Да, блин, ты будешь, нет? Я буду, нет, сегодня попадать-то. Вот попал вроде более-менее. Блин, у меня холсы вообще нету. Попал. Сен-Чарли захвачена. А черт, кто-то снял этот. Ну ничего, так 2 к 1 более-менее почти удается держать. Не так уж, мне кажется, плохо для начинающего. Но с автоматами я играю дерьмово достаточно, еще хуже. Пока что. Ну пока я хочу на болтовке научиться, понять баллистику этой игры, а потом уже пойду на автомат. Я, собственно говоря, в Survivor также учился. Я сначала научился играть с болтовкой. Мы нейтрализовали цель Альфа. Я в Survivor сначала научился играть с болтовкой именно. Блять, откуда вообще? А потом уже я стал учиться на автоматы. И это помогает, потому что с болтовкой ты начинаешь целиться правильно. То есть ты понимаешь, что у тебя один выстрел, ты начинаешь целиться правильно, и потом тебе с автоматом уже проще. А с автомата на болтовку переучиваться. Тоже можно, конечно, переучиваться, но сложнее. И здесь, видимо, та же самая система, я так понимаю, действует. На самом деле шансы на победу уже, конечно, очень низкие, но. Тут я тут точно не затащу это, 100%. Пробуем заморочиться на флаге. Что-то я чешусь весь, блин. Как обычно, сел играть, значит буду чесаться. Вот какого хрена меня ваншотнул, вопрос. Ваншотнул, зараза, меня. Кстати, тут какой-то прицел был интересный. Давайте посмотрим. И этот, да, вот этот вот. Мне интересно даже стало. Такой вроде ничего. Почти такой же, как этот. Чуть-чуть меньше кратность, но это даже хорошо в данных условиях. Блин, а? Тоже с CS5 наш человек. Вот уровни-то у всех, ну, плюс-минус высокие. То есть я тут мало таких вот, как я тут. То есть малышни такой. Попал.
Вот черт. Давай, давай, вылазь. Че, зассал, что ли, или че, я не понял? Ну да. Нормально так. 27 фрагов, я считаю, не так плохо. На 15, в принципе. Ну так, терпимо. Прикольная винтовочка, в общем, всем, кто вот любит агрессивный снайпинг, рекомендую, если есть возможность, конечно. Если открыть. Наверное, для вот именно для сверхближних дистанций она лучшая вообще. Но на средних она уже не очень хорошо работает. Кто там такой хитрый гранатами, а, пользуется? Совсем уже оборзели. Сволочи, а. Вот раздражает единственное на таких серваках, что вот, скажу, все время кто-нибудь заходит. То с автоматом, то с гранатами, то, я не знаю, на танке хоть никто не заезжает, это хорошо. Черт, сзади подкрался. Не понял, а чё, не могу зарезаться. Я шевелиться, друзья, не могу. Блин, сервак лагает, видимо. Да-да-да, все, лаги пошли. Видите, тут вообще не идет урон. Это лаги. Да. Говорят, что сервак, видимо, упал. Ну ладно, бывает, что. На самом деле первый раз такое я встречаю. Чтобы вот такая жесть была. А, автобаланс, он раскидывает нас по этим по командам. Чтобы типа это. Ну, одна команда сильно доминирует, чтобы типа. Ну, тут как бы все равно. Как ты не сделаешь, уже все равно мы просрём. Не, ну это не смешно. 10 секунд. Цель Чарли только что была нейтрализована. Да все, блин, ну чё за херня? Мы только что взяли под контроль центр. Не, это все. Блин, мне печально, я не хочу выходить из боя, я хочу получить награду за этот бой. Придется ждать. Ну так, парни, напишите в комментах, кто сталкивался. Я с таким первый раз сталкиваюсь, чтоб такая жесть творилась. Это жесть. Так мы сейчас никогда так не победим. А эти, главное, бегают, играют. А некоторые, главное, бегают. Вот next map. Вы скотина, а. Сейчас не дай бог этот, ну, не даст доиграть, ну, в смысле, чтобы это, получить плюхи-то. Я тут, в принципе, неплохо пострелял, ведь. Должны много дать очков. Набор мы, опять же, какой-то с вами открыли, тоже неплохо. Ой, ну, не знаю, давайте пока про что-нибудь поговорим. Что еще сказать? Может быть, уже не заработало ничего. Видите, какими рывками все двигается. Ладно, подождем. Вот, так что, ребята, батла, конечно, игра классная. Вот. Я, честно, не, говорю, что-то в ней все равно не хватает. То есть, я бы хотел, чтобы, по крайней мере, чтобы она запускалась не через браузер, чтобы
было более, не знаю, более этот, карты такие были, ну, в том числе более закрытые, то есть, чтобы их было больше. Еще бы было бы интересно какую-то прокачку персонажа самого, тоже неплохо было бы. Но я был бы за, честно говоря. Потому что если есть, я, честно говоря, не особо разбираюсь. Ну-ка, давайте выберем передислокацию. А я даже сдохнуть не могу, передислоцироваться, черт. О, все, отлично. Самоубийство. Сейчас хочу посмотреть, короче, покопаться пока в меню, пока все равно нет, раз нет возможности. Вот, камуфляж, специализация, оборона. Вот, снижает, так, снижает наносимый вам урон при попадании в грудь на 10%. Ага, понятно. Снижает уровень подавления, направляемый на вас на 50%. Третий, снижает урон, получаемый взрывов на 15% и быстро... Ага, понятно. Тень. Уменьшает время вашего обнаружения на 2 секунды. Максимальная скорость бега плюс 10%. Высота падения увеличивает малозаметность. Спецназовец. Датчики не будут вас обнаруживать, если вы не бежите. Взрывчатка С4 увеличивает запас. Датчики. Так, так, так. Быстрое исчезновение. Уменьшает обнаружение на 2 секунды. Прикольно. Снайпер вот. Увеличит время стабилизации прицела на 100%. Снижает уровень подавления, направленного на вас на 50%. Быстро уменьшает время вашего обнаружения на 2 секунды, улучшенное обнаружение увеличивает время обнаружения цели. Интересно на самом деле. То есть вот если эту херь взять, то, допустим, кемпа меня перестанет ваншотить в лобешник. Камуфляж, тут пока ничего не могу взять еще. Нож пока только один у меня, к сожалению. Тут столько ножей, блин, прикольно. Гранаты, да, вот есть, но пока особо нет. Надо их открывать. Да. Лазерный целеуказатель, датчик движения. Проиграли. Ну еще бы мы не проиграли. Ну это нас так сервак подвел, конечно. Так бы мы еще пару, думаю, тройку бы фрагов-то сделали. Вот, ну вот такие проблемы тоже бывают, но говорю, на моей памяти вот такой первый раз, чтобы сервак лег так жестко. Давайте я хочу новый этот. О! 14-й этот. Разблокирован бронзовый набор. Снайперские винтовки открыты. Голографический открыт. Баллистический открыт. Дальномер открыт. Круть. Нормально. В общем, ладно, вот такой вот видос сегодня получился. Если понравилось, ставьте большие пальцы. В общем, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся, друзья. Всем пока.